майонез, кетчуп, карри, барбекю. Так, Карина, не будет. Ты какой? Майонез. Кетчуп. Кетчуп ты будешь, да? Что? Кетчуп. Кетчуп. Егор, а ты какой будешь? Картошечка. Кетчуп. Да. Хорошо. Ну и что, детки, сейчас мы с вами познакомимся поближе. Меня зовут тетя Наташа, а как зовут вас, я узнаю, когда подпишу ваши короны. Виника, знаю, Ваня зовут. Ванечка, кем ты нас сегодня будешь? Принцем, королем, телепузиком. Кем? Ну, говори, придумай, кем. Королем будешь? Один. Может, Человек-пауком? Человек-пауком. Не хочешь? Его, сказать, паутину. Ну, а кем будешь? Принц, давай. Что принц? Нужно принца все будет. Так, держи свою корону, принц. Так. Тебя как зовут? Егор. Тебя как зовут? Егор. Кем будешь? Королем будешь? А кем? Телепузиком будешь? Человеком-пауком. Хорошо. Такую пусть держи. Человек-паук. Полетай. Человек-паук. Так. Тебя как зовут? Девочка, ты кем будешь? Кем будешь? Человеком-пауком. Тоже человеком-пауком. Так, держи свою корону. О, да, у меня Человек-паук. Аж корона маленькая. Так, тебя как зовут? Карина. Кариночка, ты у нас? А где тогда и телепузики? Такой классный! Еще ж не вечер. Зеленый, как мой телепузик. Попрятали в ладони. Розового что-то. А ты кем будешь? Принцесса, королева, Золушка, спящая красавица, русалочка. Принцесса. Держи Настю свою корону. Тебя как зовут? Маша. А ты кем будешь? Принцесса. Тоже принцесса. Так. Один телепузик. Один телепузик. Ну что, сейчас я быстренько бегу и приношу вам покушать. А у вас сейчас будет своя собственная взрослая дискотека. Выходите все в зал, сейчас я музыку вам включу. Я лучше сам выключу. Ну что, выходите все в зал. Надеюсь, в машине добыл. Так, ну что, все вышли, выходите. Ваня! Thank you.
бутербродики. Положили обратно, их не положили перед собой вот так. Давай, повернись. Смотрю, быстрее, мне ложку и бутерброд. Так, сложили, закрыли. Картошечку высыпали в тарелку. Вот так, пакетики мне отдали. Этот конкурс. Давай. Так. Теперь бутерброды перед вами лежат. Такой конкурс. Кто съест, кто откроет бутерброд без помощи рук зубами? Спрятали ручки за спинку. Всем так, 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 чуть-чуть. Нечестно, так, с открытым бутербродом. Так, тут тоже афера, афера. Так, все перед собой положили бутерброды. На старт. Ручки спрятали за спинку. На старт. Внимание, Маш, поехали. А ну, кто первый? Молодцы. Именинник вместе с Егором. Молодцы, вдвоем в одно время открыли. Теперь взяли под тарелочкой салфетка, у каждого есть. Положили бутербродики на салфетку. Доставай. Кариночка, доставай бутербродик. Так. И теперь не кушаем бутербродик, а всовываем в него картошку, делаем ежик. Берите картошечку, только не самую длинную, а средненькую, и вставляете в выруб. Будешь так делать, Дариночка? И вставляете картошку. Ежиком. Не хочешь ежиком? Ежиком вытягивается. Так, вставляем, вставляем картошку в бутербродики. Какие ежики получаются? У Егорка пальма получилась. У меня пальма. Так, так. Какими-то лысыми ежиками. Мне были слишком неправильно подстрижены. Неправильно мне. Вот бабку неправильно подстригли. Так. Я пошли еще раз сделаю ежика. Что я уже делала? Быстренько, быстренько, быстренько. Что ж у тебя такой полулысый? Ты его подстриг, да? Да. О, болит, как картошечка в узоре. У меня еще глазки. Ну я что, а теперь опять спрятали ручки за спинку. И без помощи рук надо быстренько съесть картошку с ежика. На старт, внимание, Маш, поехали. Кто первый скушает картошку с ежика без помощи рук? А ну-ка, кушаем, кушаем. Кариночка, а ты там бери кушать, кто быстрее. А ты там кушать. Кушаем, кушаем. А ты кетчуп не взяла? Так, ну кто же у нас первый? А вот, наверное, Жора у нас первый будет. Смотрите, у него осталась одна картошка. Все, молодец. Так, без рук, Даша. Так, кто же следующий? А ну, Даша, давай, твоя... Так, молодец, Дашенька у нас третье место заняла. А ну, именинник, быстрее кушай. Так, так. Вот так кто с тебя будет, сколько картошки надо? Иголочек. И давай быстрее, четвертое же место надо хотя бы уже минимум. Ну что, молодец, именинник, четвертое место занял. Пятое место у Насти. Ну, Егор тебе последнее достал. Не-не-не-не. Я надуваю шарик и ставлю на середину стола. Он взлетает и сдувается. И тот, на кого шарик упадет, будет нас включать кукареку. Так что быстренько дожевываем. Ставлю. Отпускаю. Он вредный. Коробку вернулся обратно. Мы сейчас попозже ему дадим. Откроем обратно. И опять поставим. На старт, поехали! Ну что, ближе всего упал он к кому у нас? Я. Жоре. Жорочка, выходи ко мне. Выходи, выходи. Залазь сюда ножками. Становись ножками. Поворачивайся к гостям. И кричи кукареком. Кукареком! Да, да, причем петухи, только которых месяц не кормили. Слабо. Хотите, расскажу секрет? У нас есть такая кнопочка, на которую нажимаешь, начинаешь громко-громко кричать. Достали все свои пальчики класс. Все свои пальчики класс. Все достали, имеют где-то пальчик класс. А знаете, где кнопочка находится? Кто знает, где кнопка находится? Не знаете? По секрету скажу. На попе. Отвели пальчики попе. Завели себя. И все вместе кричали.
я съедаю картошку. Нет. Кушаем, кушаем, кушаем. Ты поднимешь сколько шариков и можешь придумать мне наказание потом. Ну как? Ну, на месте. Может, подумаешь? Да, мы это должны подбивать. Ну что, ну, начинаем игру. Ловите шарики. Держи. Давай, вставай, вставай.
чистой беленькой бумажки. Сейчас я бегу за листиками, а вы быстренько подкрепляетесь. Я сейчас прихожу, и мы сразу начинаем играть. Будем делать две команды. Командиром первой команды у нас будет Даша. Даша. А второй будет Настя. Потому что у нас две девочки. В Дашиной команде будет Ванечка и Егор. В команде у Насти будет Жора и Ян. Смотрите, даю вам два листочка командирам чистеньких, сворачиваю их вот так. Держите. А что делать? Сейчас расскажу все. Держите. Бегаем мы. Конкурс называется «Кто соберет больше всех автографов?». Нужно в зале у дядь и у тёть собрать как можно больше автографов. Автографы – это росписи, знаете? Я включаю музыку. Вы выбегаете и собираете у дяди и у тёть автографы на протяжении одной песни. А потом, когда песня заканчивается, вы это услышите, вы быстренько возвращаетесь в комнату, мы считаем, у какой команды больше автографов. Девушки, двоя. Не стесняйтесь, дяди и тёти не кусаются. И детки тоже в зале не кусаются. Выходите, на старт встали. Команда, командир первый, там мальчики сзади командира. Опа, дышает. Даша, тихо. Yes. Так, сзади командира и за ним команды. К любому подбегайте и просите, чтобы вам поставили автограф. Сейчас включаем. Распишитесь. Ко всем. Автограф. Команды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь команды Даши. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ничья! 13! Количество баллов! Соперники пожали руку друг другу. Что ты делаешь? Тихо. Давай.
Его так больше всех проголодал. Бегал. Кушайте, кушайте. Картошку кто-то будет еще? Я. Кто? Два. Даша, Настя. Я. Егор. Две картошки. Может принести одну маленькую, рассыпать на две порции? Получается две детских получается. Да. Стойте, Кол, мне когда на 99 заработали нельзя. С подтанцовочкой танцуем. Ну что, у тебя будет бегать зрителя в голове драки? Thank you.
тетя ж микрофон у нас забрала. А он нужен. А вот он. Такой забудьте, попейте. Попейте или попойте. А мы все на 3-4, 3 раза кричим громко-громко поздравляю. На старт, мы поздравляем, поздравляем, поздравляем. Ну что, Мия, сейчас еще торт будем резать с тобой вместе. Держи. Хорошо. Куда? А мы обычно сколько раз сидим? Знаешь, что тут вместе? Шесть. А себя ты тортик не хочешь? Нет. Не, я не хочу тортик. Я тоже хочу. Я не хочу. Я его с детства не люблю. Я ее тоже. Я тоже. Я такой не люблю. Я не ложу ее. Что это такое? Что? Что такое? Кореночка. А ты не пробовала еще такой тортик? Я пробовала. Это ж клубничный. Я пробовала. Я не буду. Я хочу. Нет, я уже пробовала его. Я его давала. Вот мы сейчас посмотрим, сколько я балую. Карина, а мороженое? Сейчас посмотрим. Мороженое такое красивое. Сейчас двое будет, двойка. Кстати, да, историка. По чуть-чуть, потому что его не видно, оно не очень холодное. Да? Сейчас закажем. Мороженое ты не видишь? 35! Почти всем. Сейчас, Жорочка. Со свечкой. Кого ты маме тортиком? Ой, спасибо, то папе мамочь. У нас а папа любит. Ну что, попробуем. Я разбрасываю стаканчики, и тот, на кого упадет хотя бы 2 стаканчика, у того будет на желание. На старт! Внимание, поехали! Никто не собирает стаканчики, стоит, когда на него упало стаканчик. Давай, мой, я уже скоро это собрал.
Жорика самая высокая. А чего? Он самый высокий. Это мы ставим. А у Яна Жора самая большая. Жора молодец. Ваня, не с вами, а занимись своим делом. Помогите девочке. Thank you.
Да, Жора. Жору никто не переплюнет. Жора, вы совсем упали. Да вот тут. Что ты же полно? Быстрее, быстрее достраивайте. Вот туда вот поставь. У нас больше нет ничего. Да я так знаю, Жорка, стой, стой, стой. Настя, ты мне два не помогаешь. Никто не поворачивается туда, вот все спиной стоят туда и не притрагивайтесь к стеночке. Не притраю, я. Девчонки, идите. Девчонки, идите сюда. Идите сфотографируйте. Когда были во. Все, теперь пошли, все сказали трусы, туда смотрите. Трусы. 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 Ванюша, давай, сделай это. Мама, тут мама.
Наша Таня рука плачет. А вон на другую. Уронила в речку. Наша Таня рука плачет. Уронила в речку мячик. Тихо, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мячик. Молодец. Жора созрел. Жорочка, поверни. Все качается. Поверни. Вдыхает на ходу. Вот дросточка кончается. Сейчас я упаду. Молодец, Жора. Кто еще остался без шарика? Горячка, а ну быстренько рассказывай стишок. Ну что это целый день? И я без шарика. Иди рассказывай стих. Ну, целый, знаешь, ну Ваня два стиха рассказала, дадим Даше ну с Кариной. Ну Даш, а ну давай, иди рассказывай. То, что мы сегодня, у нас стиха расскажи. Что нам в школу задали. Что без школы что не задали. Хорошо, дай. Мы не знаем. Держи. Даша, так поворачивай. Два пивника, горох молот, две курочки, чубарочки, да млина на сыну. Сапмели, коза засыпает, а маленька козенятка на скрипочке грає. Танцюй, танцюй, козуленько, низкому туп-туп. Матусенько, 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 я носу чон круг-круг. Молодец, похлопали. Молодец. Ну что, все стишки рассказали, во всех шарики есть? Так, сейчас именинник, сейчас даю вот этот последний шарик. Сань, вор этот. Покатит такой. А то ты сказал, где желтый, в желтом не катит. Все. Я ёлку зацепил. Не мой наш. Я не умею открывать. Ванька, не делись, это шарик лопник. У тебя штанга. Десять фунтов ты поднимаешь. А кто? Десять фунтов. Смотри. Смотри. Конец игры. И он погнул. И смотри.
делаешь что? Да ладно. Давайте оставим. А мы знаете, как вы будете сделать? Да, да. Вы можете снять одну трубку и просто выкинуть и сделать себе тоже шкафу. О, даже машина, конечно, ты нас пугаешь. Правда, мне это страшно. Боже, я потрясла. Гляди, гляди, как можно сделать. И Карина еще. Ваня, Ваня.